На поле к игре готовятся белые и черные. Им предстоит товарищеский матч по футболу. В белых футболках – сборная администрации и общественной палаты Одинцовского округа. В черных – гости, команда «Стар Микс». Ребята вышли на связь, обратились с инициативой провести товарищескую игру. У них в команде звезды шоу-бизнеса, звезды Инстаграм, спортсмены, профессиональные футболисты, которые уже закончили свою карьеру, но, тем не менее, стараются двигаться. Сборная блогеров и представителей шоу-бизнеса ориентирована на современную молодежь. Средний возраст 27-28 лет. Команда молодая, ей всего полтора года, но тренировки проходят регулярно, раз в неделю. Ребята уже взяли бронзу на московском кубке «Селебрити» и стали самым модным футбольным клубом по версии Fashion TV. Готовы к встрече с новым соперником. Мы готовы. Единственное, мы, конечно, не знаем уровень наших соперников. Ну как, мне кажется, такие все опытные матеры лишнего движения делать не будут. Но за счет опыта, мастерства, который у них, мне кажется, за плечами такой достаточно хороший, они смогут, мне кажется, дать бой. Надеюсь, что мы сможем дать этот бой этой вот команде, которую мы пока не знаем. За плечами команды «Белых» уже не одна победа. На поле опытные игроки. Средний возраст около 40. Очередной матч для них – это праздник. Праздник спорта и здорового образа жизни. И тренируемся, и участвуем, и проводим регулярно товарищеские игры по футболу. Поэтому здоровый образ жизни прежде всего. В каждой команде по 15 человек. 11 действующих, остальные на замене. Два тайма по 40 минут. Игра на всем поле центрального стадиона в Одинцове. На 22-й минуте счет открывает команда администрации. Через несколько минут он становится равным. Игрокам предстояла напряженная игра, однако опыт взял свое. 7-5 в пользу хозяев поля. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».